Эта тощая собака почти без шерсти много лет жила на строительном объекте в Южной Дакоте, США. Ее красная кожа была покрыта чесоткой, а взгляд был потухшим и грустным. Однажды, ее случайно заметил на стройке волонтер Центра спасения Лайтсен Канин. После этой встречи жизнь Микиты изменилась. Ее забрали в Центр спасения, где начали лечить ее кожу от чесотки, регулярно кормить и ухаживать. Только когда у собаки начала отрастать шерсть и она немного поправилась, сотрудники поняли, что Микита – породы хаски. Увидев фото и историю Микиты на страничке приюта, одна женщина по имени Джесси не могла пройти мимо. Ее настолько тронула история этой девочки, что она сразу написала приюту, решив взять ее к себе. Сотрудники согласились, и вскоре Микита переехала к женщине. Кроме того, врачи диагностировали Миките дископондилит, бактериальную инфекцию межпозвоночных дисков, поэтому ей было необходимо давать антибиотики. Но когда недуг прошел, и Микита привыкла к новой обстановке, она превратилась в другую собаку. Микита стала счастливой, красивой и жизнерадостной девочкой. Ее шерсть полностью отросла, она стала более активной, игривой и подружилась с домашним псом хозяйки. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.